Нормально, класс. Хороший, прекрасный. Все красиво, все хорошо. Свое производство грех не похвалить. Жители Большой Мурты теперь не только будут работать на свинокомплексе, но и покупать по оптовым ценам продукцию родного предприятия. Социальными показателями руководство свинокомплекса гордится не меньше, чем экономическими. Средняя зарплата здесь около 40 тысяч, что по сельским меркам пока редкость. Специалисты с экономическим, бухгалтерским, другим образованием, которые могут найти работу, конечно же, и в Красноярске, но все-таки предпочитают работать в Большой Мурте. Сотрудников обучают, иногородних возят на работу на автобусах, а еще в перспективе планируют обеспечить жильем. Мы очень рады, что здесь есть свинокомплекс, и он дал работу там более 800 местным жителям. Это очень много, это очень хорошо. Нам нужны квартиры тоже, и не только нужны квартиры свинокомплекс, но и нужны квартиры, конечно, району для врачей, учителей, для тех, собственно, людей, которые обслуживают тех, кто работает. 12 миллионов рублей свинокомплекс вложил в большемуртинскую социалку, а 8 миллиардов рублей – это 4-летние инвестиции в производство, в частности, строительство очистных сооружений и завода по переработке отходов, который откроется уже в следующем месяце. У нас будет замкнутый цикл, у нас от выращивания до производства комбикорма. Причем сделано все на современном оборудовании, которое позволит соблюдать все экологические нормы, которые у нас есть в законодательстве. Свинокомплекс покрывает половину от всей краевой потребности в свежем мясе. Магазин «Большой Мурте» – первая торговая точка, где будет продаваться красноярское мясо под красноярским брендом. Чтобы человек видел, что он покупает, и качественно оценивал. И в тот момент, мне кажется, у нас на рынке сегодня нету, чтобы было полное. С днем рождения, свинокомплекс «Красноярск». Мария Бухтуева, Александр Гвоздев, Новости ТВК.